Всем привет, уважаемые подписчики и зрители канала, с вами Титан. Я продолжаю играть на сервере 8-бит, 10 сезон, публичный сервер. Так, сундучок. Что-то я забыл, мы начали делать, нет? Или что-то не хватает? Ну так. А, я же хотел пчел. Да, вот. Ну все, давайте продолжим. Здесь немножко переделал. По некоторым причинам. Так. Давайте посмотрим, на чем же мы остановились-то. Я хотел сундучок. В сундучке там нужно мед. Нет, в сундучке нужно... Нет, я вспомнил. Нужно этот, песочек. Песочек, да, давай. Ну что, пойдемте за песочком, потому что песочек... Он где-то, кстати, рядом, песочек. Я просто хотел побольше, скажем так... Побольше накопать. Я, конечно, понимаю, что это не интересно, но вы знаете, мы пока пойдем... Может, а чё, вот зачем я делаю, вот вы мне скажете, зачем я делаю кирку, когда мне надо лопатку. Так, лопатку мне надо. Все, пойдемте за песочком. Я хоть нормально вот. Так, хорошо, выходим обычным методом. А, как обычным методом. Как обычным методом. Обычным методом. Как же нам... А вы знаете, мы... Знаете, как мы будем выходить? Я просто отключил чат, чтобы не видеть. А, соответственно, если чата не видно, то... Ну, как бы, ребята, чтобы там, если ругаются в чате, мы, конечно, будем за это... Как вам сказать? Ой, не то нажимаю. Будем а-та-та за это делать. Давайте пока я на время вырублю чат. А-та-та. Спавн. Вуп. Так, вуп. Спавн. И давайте... Чего давайте? Давайте обратно... Выключим. Приходится так, ребят, пока. Ну а что? Чтобы вы не отвлекались там, если кто-то ругается. Нет, у нас в чате мата не может быть, да? Потому что там стоит такая штука, что как бы это... Четвертый сторон так иду как-то, как кличу. А что я с собой взял-то? А, снимаю. Там, конечно, овечки были. Так, давайте посмотрим, где, собственно, песочек. Ну, пока я как-то бегу за песочком... Это вообще чье-то, нет? А, у меня чат же не видно. Ладно. Как-то чат у меня нет. Так, а тут песочка-то нет, тут одни криперы. Что-то я не понял. Тут одни криперы. О, блин. А знаете как, давайте сделаем, чтобы... Давайте вот так вот сделаем, посмотрим, будет ли видно... Будет ли видно чат... только команды. Давайте так посмотрим. Допустим, вот так вот. То есть, так вот команды видно, да? А, ну все, команды так видно. Вот так сделаем. То есть, чат не видно, а команды видно, не знаю. Будет ли видно, если ребята будут ругаться. Но они будут ругаться не матом, потому что их не даст. А просто, если так ругаются. А, ну, по-моему, мы видим только какие-то сообщения, а чат не видим. Хорошо. Вот он, песочек, а чё-то мало, ребят, песочка-то. Чё-то мало. Ай. Может, пустыню бы где-нибудь найти. Спасите. Это что ж такое-то? Не. Может, песок найти где? А где песок? Я сейчас его... Вон там, что ли, песок? Привет. Там что ли песочек? А, я хотел посмотреть же этот самый ТПС. А, нормально. Так,
Не, я еще хотел сказать, чья-то это территория или не чья, вот. Вроде не чья-то. Вроде песо... Вот там песочка довольно-таки. Ну, немного, но... Ну, нормально, вроде не это. Не сильно тормозит. Так. И потом будем, начнем делать всякие штуки. Это чье-то, нет? Не, не чье-то. Не чье-то. Вот там вот, там песочек сейчас накопаем. И в принципе... А, вот, вот еще здесь есть. И вернемся, будем делать сундук. Пчелиный. Нам нужно сундук, анализатор. Кстати, давайте посмотрим анализатор. Что надо? Анализатор пчел. Ну вот, естественно, стекло надо, поэтому песочек это хорошо. Оловянный, алмазы у нас есть, красная пыль у нас, не знаю. В общем, мы потом, в следующей, или в этой серии, или в этой, или... Ну что, пойдем копать. Что делать? Копать пойдем. Так. Так, вот сделаем. Вода не особо не лилась. Ладно. Так, интересно. Нормально. Вот там вроде как песочка побольше. И... Нет, я не перепрыгнул. Так, чтобы вам еще рассказать. Так, ну сервер мы чуть-чуть подшаманили. Лагать не должно. Ну как? По крайней мере из-за карты. По крайней мере, ребята, из-за карты не должно. Может, из-за чего-то еще, но... Карта прогружена, поэтому в этом смысле это хорошо. Что там, сколько ребят? Как вы видите, ребят прибавляются на сервере. Вот. Так. Координаты я тогда показал. Одного домика пока что. Больше координат у меня нету. Ну, нету, так говорится, нету. Будут, покажем. Так. Что еще там? Нет, ну, ну давайте еще накопаем тут. Сколько у нас? О, стак. В принципе, стак это нормально. Я думаю, что... Нам столько стекла хватит, по крайней мере, какое-то... По крайней мере, какое-то первое время, я так думаю, да? Ну что ж, давайте домой. Так. Кстати, там что-то ребята... А, да, вот ребята что-то изумруды накидали. Шерсть. Голову зомби. Голову зомби, это надо нам с той стороны их... Сделать. Голову зомби. Ладно, мы с той стороны потом положим. Так, хорошо. А куда? У меня же были... А, вот. Изумруды, шерсть. Это хорошо. Песочек. Давайте так. А, интересно, а древесный уголь, он... А, да, он в коксовый. Он в коксовый уголь не переделывается. Ну и ладно. Давайте еще уголька поделаем. Ну а что? Что бы и не поделать. Так, теперь мы ждем. Так, что мы ждем? Мы ничего не ждем. Мы уже можем сделать сундук. Так, я забыл только. Ну давайте, там для него нужно... Ой. А, чат видно, что ли, получается? Чат получается, ребята, вид. У тебя камень есть? Ну давайте пока убегаем, что-то раз его видно, я не знаю. А, не то нажал. Хотя написано только команды. Скроем чат. Так, что я хотел-то? Сундук. Да что ж я такое пишу? Сундук.
А, ну все, все, сейчас мы сундук сделаем. Это что тут делать постоянно? Так, опять не туда. Что тут? Вот так вот. Раз, два, три, четыре, пять. И сундук. Что у нас, сундука что ли нет? Сейчас мы сделаем. Опа. Все. Сундук, стекло и ехал. Вот. Теперь мы вот это вот. Мы вот это вот выкапываем. Как бы так сделать-то? Ладно, сделаем так вот. Кстати, вот в этот сундук небесный, в него как-то. Как скажем? Как-то странно ложится. Ой, я вот долго копать буду. Я его так долго копать буду. Жесть просто. Сейчас мы какой-нибудь его поставим в угол, я не знаю, просто, чтоб. О, все. Ну? Эй? Эй? Ты же это. Ну. Ты же это выкопался, давай. Че он не хочет выкапываться? Он уже все же уже. Он уже сказал бум. А! А! Спасите. Спасите. Помогите. Пом. Так вот. Тынь. Все. Вот. Вот наш замечательный. Сундучок, сундучок, сундучок. А, ну тут только для пчел. Тут же это же не влазит, правильно? Да. Да. А тогда он будет у нас для этих. Соты там будут. Точно. Во. Куда же его? Давайте сюда его поставим. Как мы тут так вот. Вот так вот как-то. Желтенькая, черненькая, вот так вот. Вот, вот так, так, так. Все. Теперечи. Теперечи нам нужно анализатор. Так. Стекло, оловянный слиток. Естественно, солова нет. Стекло у нас уже тут делается. Ну что, ребята. Что, почапали мы с вами, почапали, пошли. Смешное слово, почапали, да? Мы с вами пойдем копать, как ни странно. Так, давайте еще сундучок сделаем. Так, а давайте, знаете что? Да не, нет, сейчас мы только получится сундук. Я просто хотел сказать тому, тот самый, улучшить. А зачем я сундук хотел сделать? Зачем я хотел сундук? Я... А, просто места нету, да. Просто нету места. Просто нету места. Ти-ти-ти-ти-ти-ти. Так, ладно. Сюда, что хотел сюда положить? Я даже не знаю, ребят, что ты хотел положить? Может, еду? Давайте, может, еду как-то. Отсортируем. Ее не так уж и много. Пшеницу, еду. Ну, паучий глаз, это что, еда? Ну, ладно, так. Ну, в принципе, да. Так, адский нарост. Что-то у меня как-то съедает. Это уже как-то не еда. Да что такое? Кто где там? Да ты что-то я тут мешаешь-то мне. Что ж ты тут? Фух. Так, давайте сюда еду положим. Пам-пам-пам-пам-пим-пом-пим. Пшеница, 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 курица, глаз, кость, морковку. Все. Тут у нас еда будет. Что ж, мы пойдем. Нам нужно сейчас, знаете, что? Это сюда пока выложим. Я не знаю, одну лопатку возьмем. Еще бы кирку нам сделать. И было бы. А. А железная есть стальная. Стальная у нас есть, так что железную пока делать не будем. А, сделаем-ка мы еще немножко каменную. Че, где у нас там?
где у нас там? Оп. Вот у нас хоть стало побольше. Ресурсов постепенно, постепенно, ребята, мы нарабатываем. Нужно копать, копать. Я не знаю, сегодня у меня будет время. Нет, сегодня у нас стрим. Стрим. Все, мы готовы, ребята, копать. Идти копать. Ну и пойдемте, потому что без этого нам дальше ничегошеньки не это. Ну, о чем мы будем далеко, ребята, ходить? У нас, как говорится, под носом. Под носом. И оно что-то как-то, да, что-то как-то оно и там. Как-то оно. А сколько людей? Угу. Может быть, вот у нас из-за этого. Но, во всяком случае, сейчас, если оно подлагивает, но не из-за карты 100%. Хотя бы мы это знаем. Поэтому мы и прогружали карту. Я подлагивает. Но ничего. Мы разберемся, из-за чего это. Так. Но нужно передрабливать. Да. Нужно передрабливать. Так. Что у нас сегодня влазит? Ну, дробилка не лазит. Придется как-то не в дробилку. Так, так вот сделаем. Придется как-то так пока. Ну, чтобы, понимаете, чтобы у нас что-то уже немножко это... Ладно, потом отсортирую. Чтобы уже были какие-то ресурсы. Так, может быть сюда вот покопать? В эту сторону? Или вниз? Нет, я пойду, знаете, на какой этой самой? На... Ну, вот давайте будем пока идти. Просто. Просто будем идти. И что-нибудь еще давайте я вам расскажу. Может, про сервер. Да, скоро про сервер, сам про другое. Скоро уже пройдет Хаммер. Что-то с ним будем снимать. Не знаю, как у него насчет... Ну, то есть я знаю, что у него глаз получше стал. Поэтому есть вероятность, что... у нас получится с ним поснимать. Да, подлагивают, ребятки. Ну ничего, посмотрим. По-моему, и ад у нас прогружен, и все. Ну, разберемся. Из-за какого-то мода, может. Да. Может, ну сколько людей? Ну, вот, да. Больше людей, чем было, но... А может, надо перегрузить сервер? Давайте этот сервер отснимем, а потом еще перегружу сервер, посмотрим, может быть. Может быть, это поможет. Та-та-та-та-та. Ну тогда как-то. Нам, кстати, мы можем сейчас долго не добывать. Нам что нужно было? Нам нужно было олово, да? Свинец, железное, медное. Олово надо было. Может быть, тогда как-то олово поискать? Мне здесь вообще интересно, как тут... А, вот там, может, олово. Еха! Так. О, олово. Ну, там надо было, если мне не изменять память, 4 слитка, да? 4 слитка олова. Вот, по-моему, еще у нас олово здесь валяется. Кстати, можно, ну, можно, да, можно сделать, чтобы отображалось, что это такое, но вам иногда не мешает. В принципе, 4 слитка, ребята, нам на первое время сейчас достаточно будет. А, ну да, чат не виден. Ну да, как-то придется нам мне чат туда-сюда тягать. То виден придется делать, то не виден.
Хоми. Я что ж такое пишу-то? Хоми. Вот, все. Так, а теперь получается выключать чат. Что-то как-то это самое. Что-то как-то мне неудобно. Ну ладно. Так. Теперь нам надо, вот, нам надо... Давайте все-таки мы с Олова покрутим, как говорится. Давайте. Ну. А, оно крутится, оно просто подтормаживает. Хорошо. Ну, то есть плохо. Так. Надо дробилку побыстрее сделать эту, автоматическую. Быстрее автоматическую дробилку. 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 Автоматическую. А вообще бы генератор сделать, конечно, перво-наперво. О, так. Сюда. Так. Эх. Надо еще сундук, еще сундук, сундук. Делаем еще сундук для... Для этого. Ну, для руды. А знаете, мы его давайте сюда вот поставим. Оп. Вот так вот и вот так вот пока. Пока вот так сделаем. Ну что у нас там? Одна есть, там надо 4, по-моему. Подождем пока что. Так. Так. Ничего не влазит. Спасите, помогите. Нужно будет потом улучшать сундучки. Два. Та-да-да-та-та-та. Та-да-да-та-та-та. То-да-да-та-та-та. Так. А, ну да, я шан... Я же анализатор-то и хотел. Давайте, какие у нас пчелки есть? Лесной или луговой? Обычный. Обычный, лесной, лесной, обычный, луговой. Обычный. Понятно. О, все. Так. А, красная пыль. Красная пыль у нас... Красная пыль. У нас нет красной пыли. Ребята, идем за красной пылью. А что делать? А пока мы, знаете, что положим? Конечно бы желательно... Желательно бы, конечно, не так все это. Передробить, конечно, но... Пока так, ладно. Пока так будем делать. Потому что надо нам свинцовую воду. Давайте свинцовую закинем, что. Так, за красной пылью, значит, да? Ну что ж, за красной пылью. Что у нас там по времени, ребята? Давайте в следующей серии за красной пылью пойдем. Ну вот да, вот так вот тяжело копается все. Все. Достается трудом. Хорошо, всем спасибо, кто смотрел, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, всем спасибо, всем пока.